1 декабря в 10:00 в волейбольном центре Одинцово начнется ежегодный областной фестиваль «Город для мам», организатором которого является общественная организация «Супермамочки Одинцово», победитель губернаторской премии «Наше Подмосковье 2019» в категории «Сообщество». В фестивале примут участие представительницы материнских организаций со всего Подмосковья. Гостей праздника ждут мастер-классы, игровая площадка с аниматорами, несколько фотозон и даже отдельная зона для пап.